Кировскому 30 лет. С юбилеем коллектив Первоуральского отделения торговой сети поздравил руководитель администрации Валерий Хорев лучшим сотрудником. Он вручил грамоты. Кировский Любовь Анатольевна, вручаю вот поздравительный адрес. Спасибо вам огромное. Поздравляю вас. Спасибо вам огромное. Успехов. Спасибо. Рабочий день начинается с поздравлений. Группе компании «Кировский» исполняется 30 лет. Руководитель администрации Первоуральска приехал лично поздравить лучших работников и вручить им благодарственные грамоты. Вы обеспечиваете достаточно качественное обслуживание наших граждан. Мы видим, что «Кировский» меняется в лучшую сторону. Это можно сказать и об обслуживании, и о том, какие продукты вы продаете нашим гражданам. В общем-то, большая и социальная поддержка сети Кировского в области и в городе Первоуральске. Кировский – один из крупнейших работодателей Свердловской области и добросовестный налогоплательщик. Только в Первоуральске торговая сеть обеспечивает работы порядка 600 человек. Что касается налогов, то в областной и местные бюджеты в 2016 году компания платила 1 миллиард 700 миллионов рублей. Кировский поддерживает программу продовольственной безопасности России, а значит, предлагает своим покупателям только качественные продукты. Это в первую очередь социальная программа для людей города, это карта ветеран, это молочная кухня для мамочек, для наших. Наша компания в первую очередь, как вы знаете, поддерживает детей-инвалидов. Вот, мы собираем помощь для тех, кто нуждается. Нам 30 лет, мы молоды, мы активны, мы амбициозны и у нас есть далеко идущие планы вперед. Супермаркеты «Кировский» в Первоуральске пользуются большой популярностью у горожан. Захожу частенько, обслуживание очень хорошее, девочки все приветливые, продукция всегда свежая. В свой юбилей «Кировский» не только принимает, но и сам дарит подарки. 28 октября среди покупателей состоится грандиозный розыгрыш призов. Юлия Тамилина, Александр Захаров. Хроника дня.